Всем привет! Продолжается игровой день в Сокольниках. Юношеская футбольная лига, 11-й тур. И заключительный матч противостояния между Спартаком и Локомотивом предстоит нам посмотреть совсем-совсем уже скоро. Матч команд ЮФЛ-1. Спартак, соответственно, справа. Поехали! Встреча началась. Сачев здорово корпусом мяч укрывает. И на Кобылина дальше можно быстро перевести на противоположный фланг. Там открывается Масалыга. Есть перед ним зона. Может Масалыга туда врываться. Находит в итоге передачи партнера. Удар со стрейшего угла. Интересно. Да. А Масалыга пошел в обыгрыш. Неплохо. Догонит ли мяч? Никита, да, догоняет. Длинная передача. Мяч остается в поле. Житников. Нищедимов. Спиной к воротам. Назад передача. Добродицкий. Бьет по воротам издали. Неплохо, кстати, бьет. Так, ну а здесь, похоже, тоже нет офсайда. Получает мяч Перешвили. Прострел. Джураев на выходе успевает. Последний момент. Еще и точно получилось сыграть на Носачева. И контратака Спартака пошла. Носачев набирает ход. Масалыга. Масалыга с мячом. С левой ноги бьет, но это очень не... У Локомотива там Джураев не стал выходить, а может быть и стоило. Так, попятился назад, но справились защитники. И приходит мяч. Ой, какая ошибка Джураева. Удар. Ну, сам же, конечно, исправился. Одного обыграл, пошел на второго, его тоже обыграл. И третьего обыграл. Четвертого обыгрывать не стал, удал передачу на Мельникова. Вернул Мельников на Масалыгу. Масалыга бьет. Мяч к Житникову приходит. Житников спиной к воротам. Нищедимов. Нищедимов долго разворачивается и бьет. Зарабатывает угловой. Передача оказался не готов. Перехват от Локомотива. Налево передача. Проходит пас. И атака-то не закончена. Лок с мячом. Передача. Опасно. Удар. Джураев. 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 Ничего себе Джураев сейчас выдал. Получил мяч. Теперь уже перехват. И нельзя было здесь фалить. Кобылин, у него есть желтая. И дал сопернику отдать передачу. Опасно. Может быть рикошет. Джураев среагировал. Масалыга. Один в один. Его здесь оставляют. Но дальше идти не стал. Крутовских. Ну что, бить что ли будет? Да, бьет поворотом. И, кстати говоря... Галкипер-то не сразу мяч фиксирует. Мяч Житников сразу в касании. Снова в касании ошибается. Житников успевает прокинуть здесь мяч Самароковский мимо Добродицкого. Входит в штрафную площадь, бьет. И Джураев, что себе пробросил мяч, не успел к нему. Носачев очень плотно, очень цепко здесь борется за мяч и сохраняет его. Носачев остается с мячом. Житников слева. Носачев отдает передачу на Масалыгу. Масалыга выходит 1-1 и надо забивать. Никита Масалыга открывает счет после великолепного отбора от Артема Носачева. И великолепной тонкой передачи. Все, включая меня, ждали пас на Житникова, а Носачев нашел продолжение получше. Масалыга 1-0. 1-0. Да, ну как же сейчас открылся Масалыга и прошивает здесь. Голкипер стоял на ногах. И в итоге потеря случилась. Блестящий подкат от Мельникова. Добродицкий. Масалыга под левой ногой мяч. Можно пробить. Никита бьет обводящим ударом и не попадает. Ну... Опять тут арбитр. Ну, на сей раз успел увернуться от мяча. Мяч пришел к Масалыге. Масалыга. Рыков, навес, Носачев, касание, гол! Блестяще разыгранная комбинация Спартака. И Артем Носачев приплюсовывает голевой передачи еще и забитый мяч. Два гола в течение трех минут забивает Спартак. Ну и давайте смотреть, как это было. Я думаю, здесь арбитра тоже нужно в ассистента добавить, потому что так грамотно мяч пропустить, не коснуться его, это нужно. Отскок за Спартак. Поехала нога у Рыкова и наступ там. Это, кстати, может быть карточка, да? Это карточка. И она вторая.
Это красная карточка. Затем уже и сам Носачев ассистировал ему, если память не изменяет, Ярослав Мельников. Передача Самароковского. Тут бьет рикошет и гол забивает Локомотив. Абсолютно из ниоткуда этот мяч пришел. Ну что ж, те аналогии с прошлым сезоном оказались не напрасны. Самаровский пробил, в общем-то, без особой какой-то надежды. Мяч срикошетил и в итоге вносит мяч. Житников сохраняет мяч со своей команды. Передача обратная на Житникова. Офсайда нет. Даниил Житников. Хорошая передача. Камельков. Житников мяч подхватывает. Под левой ногой мяч. Удар. И на месте Даниил Копничев. Вынос не получился совсем. Какая-то свечка вместо этого вышла. А теперь атака Локомотива. Мяч в штрафной площади. Опасный момент. Добродицкий блестяще сейчас действует на перехвате. Тут еще одна желтая сейчас будет за излишние эмоции игроку Лока. Это Самароковский. А у него уже была желтая. Еще одна красная. Да. Там перехват от Полякова. Поляков доходит. Передача до Житникова. Житников в касание бьет. Мощнейший удар. Потеря на ровном месте случилась. Житников есть. Камельков просит передачу. Егор теряет мяч. Здесь Нещадимов оказывается первым на мяче. Падает. Тут там уже от бессилия игрок Локомотива. Камельков бьет. Ну какой же момент. Гаранин. Передача на Мельникова. Мельников. Ну бить-то будет кто-нибудь. Уже в штрафной площади тут комбинирует. Лежит уже игрок. Удар и не забивает Камельков. Но, тем не менее, «Спартак», несмотря на огромное количество нереализованных моментов, сохраняет победный счет, выигрывает 2-1, обходит «Локомотив» в турнирной таблице и становится командой, занимающей вторую строчку